Ну а прямо сейчас смотрите нашу постоянную рубрику «Народные новости». Что нового произошло у жителей города, выяснила съемочная группа РЕН-ТВ. Скажите, вот что у вас в жизни нового произошло в последнее время? Дочка кончила детский сад, первый класс, пойдем. Внук закончил первый класс. Ждем пополнение, чуть не через полтора месяца родится дочка. Устроилась в другую организацию. Приехала дочь друзей, приехала, показываем достопримечательности Саратова. Упало небольшое наследство. Для чего хожу с бумаги собираю? Девушку нашел. Но мы едем отдыхать. Куда? В Крым. В отпуск еду впервые за 20 лет. Поступление в ВУЗ. Перекраситься собираюсь. Готовлюсь к дню рождения. Собаку завели. Какую? Французского бульдога. С 18 апреля в этом сезоне я купаться начал.